случилось, что за страсти породился книжный бум, а только я по этой части с детских лет был не бум-бум. Но слыхал я в третьем классе про какую-то муму, как топил ее Герасим, а за шо вот не пойму. Но слыхал про разных лишних там людей и про разных там отцов и их детей. Только книжек сроду в руки я не брал, а теперь что не книжонка капитал. Что же делать, ежели мода? Говорю жене я, Мань, ты давай-ка из комода сбережения достань. Со сберкнижки все манюня, да копейки надо снять. Нам с тобой вдвоем расплюнуть, библиотеку собрать. А вместо нашего фарфора хрусталя обещают мне три тома стендаля. А за нашу югославскую кровать, ой, говорят, 12 стульев можно взять. Ну пошла теперь морока, просто горе от ума. Поменял там шарноблока, телевизор на дюма. За любовные записки там какой-то помпадур отдал фирменные диски и столовый гарнитур. А за собаку поскорбили смеха, да? Я своего отдал сиамского кота. А я за месяц, как дистрофик, похудел, но зато на книгах я собаку съел. Только книги в доме пусто, не квартира, книжный склад. Пастернаки, заратрусты, штабелями в ней лежат. Утром чайком на коньке, а сидим мы на рабле. Я спать ложусь на Анжелике, а жена на корале. А сегодня заявляю не она. Я про тебя достала книжку, старина. Я стою над книгой той, раскрывший рот, и название читаю. Идиот!